Дорога в Райскую бухту. Съезд был асфальтный, красивый. Сейчас посмотрим. Когда заехать? Просто направо или налево? Не знаю. Наверное, направо. Тут такое, блин, столпотворение. Вот это просто поворот. И все вот так вот заехали. Давайте я сейчас проеду, покажу бухту. Что тут и как есть. Вон, кстати, кемпер полноприводный прямо стоит. Вот она, Райская бухта. Я представляю, что здесь творится летом. Сейчас у нас, напомню, январь месяц.